Четверг, когда эти два европейских лидера сначала побывали в Киеве, а затем прилетели в Москву и встретились с президентом Путиным. Эту встречу готовили в ходе своих контактов заместители министров иностранных дел четырех стран. Вот кадры встречи. Вот, видимо, это самые последние минуты перед тем, как лидеры сядут за стол переговоров. Мы ждем прямого включения от нашего политического обозревателя Ольги Скобеевой. Как только будут известны первые детали, первые подробности этой встречи, мы обязательно выведем Ольгу в прямой эфир. Ну а пока к другим темам, к Минску вернемся через несколько минут. Сегодня стало известно.